Всем привет! Сегодня готовлю домашний лимонад. Делается это за считанные минуты, и это очень и очень вкусно получается и полезно. Натуральный домашний лимонад. Оставайтесь со мной и начнем готовить. Берем два лимона. Очищаем от шкурки. Сначала нарезаем лимон кружочками. Вынимаем косточки. А потом будем нарезать на четвертинки. И также нарезаем остальной лимон и поступаем так со вторым лимоном. Нарезанный лимон перекладываем в емкость. Сюда же добавляем 3 столовых ложки сахара. Кто хочет, чтобы лимонад был послаще, может добавить больше сахара. Это чисто на любителя. Теперь разминаем лимон с сахаром. Лимон с сахаром перемешан. Теперь я все это заливаю кипяченой холодной водой. Здесь у меня чуть меньше литра. Лимонад готов. Если у вас есть мята, можно добавить листики мяты, либо кубики льда, или же пить просто так. Лимонад получается очень вкусным, домашний, без консервантов. Всем приятного аппетита!